I believe in the, in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. А то Уолтер Биланча, он же убийца в поезде. Итальянский серийный убийца, погубивший всего за полгода с октября 1997 по апрель 1998 17 человек. 9 женщин и 8 мужчин. Как неблагополучные отношения в семье, комплекс сексуальной неполноценности привели к смерти друга из серии ужасающих убийств лигурийского монстра. Сегодня в нашем выпуске. Донато Биланча родился во Вьетри Ди Потенца в Италии в июне 1951 года. Его отец Рокко работал клерком в банке, а мать Анна Мацатуро была домохозяйка, занималась воспитанием двух сыновей. У Донато был старший брат Микеле Биланча. Спустя три года, в 1954 году, его семья переселилась в Северную Италию, сначала в Пьемонт и затем в Геную, в регионе Лигурии, Отец с матерью воспитывали своих детей в строгости. Донату тяжело переживал приступы гнева со стороны отца, что сказалось на его психическом состоянии. Отец часто избивал Донату, вследствие чего мальчик стал страдать от энуреза. Он писался в кровати до 12 лет. Мать вместо того, чтобы поддержать сына, лишь усугубляла деликатную проблему. Стыдила его, демонстративно, в присутствии соседей, вывешивая на балкон матрас, громко комментируя новость о том, что ее взрослый сын в очередной раз описался. Соседские дети быстро разнесли эти стыдливые подробности, и он стал всеобщим посмешищем во дворе. Позже в письме к психиатру он упоминал, «По мне, я просто умирал от стыда, потому что напротив нас жил сосед, и у него было две дочки моего возраста, для меня это было невыносимо. Иногда я просыпался ночью, осознавая, что мой матрас мокрый. Я пытался его высушить теплом моего тела, чтобы утром мама не заметила и не выставляла его на показ. С юных лет у Донато была диагностирована астма. Он был вынужден принимать гормональные препараты в период полового созревания, Возможно, именно этот факт негативно повлиял на формирование его маскулинных качеств. Донато катастрофически стеснялся своего маленького полового органа. Однажды на очередном семейном празднике отец в присутствии всех родственников и, что самое унизительное, в присутствии двоюродных сестер снял штаны с мальчика, чтобы показать его слаборазвитый половой орган. Об этой ситуации Донато говорил – в тот момент я пытался спрятаться. Я упал на кровать на колени. Мне было жутко стыдно. Этот эпизод оставил неизгладимый след в моей памяти. Со старшим братом у Донату не сложились доверительные отношения. Как казалось самому Донату, мать любила больше брата, чем его. Мальчик считал, что Микеле постоянно всячески подрывал его доверие. Но, несмотря на это, для него было очень травмирующим, когда в ноябре 1987 года Микеле после неудачного развода и проигранного судебного дела об опеке над ребенком покончил с собой, бросившись под поезд на станции Генуя Пегли. Брат держал на руках четырехлетнего сына, который тоже скончался. Донато очень любил своего племянника, поэтому эта ситуация сильно повлияла на его душевное состояние. Донато не славился вниманием у женщин из-за своих проблем в сексуальном плане. Так, в конце 1980-х годов девушка Донато, имевшая ребенка от другого мужчины, не пожелала мириться с недостатками Донато в интимной сфере, предпочла уйти от него, чем оставаться с недомужчиной. Несмотря на свою половую слабость, Донато испытывал огромный интерес к сексу. Он тратил много времени на поездки к проституткам, у него имелись определенные проблемы с ролевой идентификацией – Донату интересовал Садома за секс. Он скупал видеокассеты соответствующей направленности. При этом он всячески отвергал свою бисексуальность, очевидно опасаясь, что признания такого рода лишат его и без того шаткого мужского достоинства. В жизни Донату было несколько моментов, которые сказались на психическом здоровье будущего убийцы. Так, в 1972 году, будучи в возрасте 21 года, Донато попал в серьезное ДТП. Грузовик, в кабине которого он находился, упал с моста в реку, и Донато несколько дней пробыл в коме. В 1990 году Донато вновь попал в серьезное ДТП. Получил сотрясение мозга, перелом бедра. Он долгое время находился в гипсе, а потом несколько месяцев передвигался с костылем. История его криминальных похождений началась еще в детстве, когда он в первом классе принялся воровать деньги у одноклассников. В возрасте 14 лет Донату сменил именно Уолтер, бросил школу и принялся работать. За короткий промежуток времени он был механиком, барменом, а также попробовал себя в роли пекаря и курьера. Но честный заработок быстро становится ему неинтересен, и он начинает снова воровать. Беланчи считал себя профессиональным вором, то есть таким человеком, который никогда не работает и способен воровать всегда и везде. В декабре 1971 года, в возрасте 20 лет, он в образе Санта-Клауса пытается воровать одежду и вещи у людей, выходящих из гипермаркета. Тут же его ловят, и он получает условный срок. Через три года полиция его задержала за вождение автомобиля с поддельными номерными знаками. По-видимому, Беланчо ехал на какое-то воровское дело, но ни в чем не сознался и был отпущен. В 1978 году Беланчо был арестован во Франции по обвинению в нескольких кражах. Хотя Донато утверждал, будто обвинение было сфабриковано, его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, а через шесть месяцев освободили за хорошее поведение и депортировали в Италию. А в 1981 году, в возрасте 30 лет, его и двух подельников отправили в тюрьму за вооруженное ограбление. Беланчо утверждал, будто ничего не знал о пистолетах, которыми были вооружены его компаньоны. Сам же Донату оружия не имело, потому срок получил сравнительно небольшой – два года четыре месяца. Впоследствии его периодически замечали в мелких правонарушениях. Так, например, в 1990 году на угрозу с его стороны пожаловалась проститутка. А в 1994-м его поймали при попытке кражи из магазина женского белья. Донато Беланча характеризовали как щедрого, приятного в общении человека. Он хотел получить от людей вокруг все то, что он не получил в детстве. Любовь и внимание. Поэтому буквально покупал окружающих его людей. Донато увлекся азартными играми, но позже заявлял, что выигрывал и проигрывал большие суммы денег за одну ночь, однако демонстративно подчеркивал, что всегда оставался честным игроком, который выплачивает свои долги и держит свое слово. Он представлялся у Уолтер в тайных и горных домах, которые он посещал. Именно его игровая зависимость стала одной из причин смерти первых жертв Донато Беланча. Летом 1997 года Донату проиграл более 185 тысяч фунтов стерлингов на очередных карточных играх, которые были организованы Джорджио Сентаро, местным криминальным авторитетом, занимавшимся скупкой и продажей валюты и устраивающим подпольные карточные игры. Донату был очень расстроен своим очередным проигрышем, но, будучи честным карточным игроком, собирался отдать деньги, пока один из его друзей не признался, что игра была обманом, все ее участники были в сговоре и тянули из него деньги. Эта новость возмутила Донато, ведь он считал себя профессиональным вором, придерживающимся воровских правил, поэтому этот поступок очень задел его. Разгневанный Донато приобрел недорогой пистолет и отправился мстить. 15 октября 1997 года Джорджио Сентаро был в квартире и занимался привычным для себя делом. Пересчитывал деньги, заработанные нечестным путем. Донато долго расспрашивал Синтару, угрожая ему пистолетом и выпытывая, действительно ли в отношении него имела место мошенническая игра. Оказалось, что обмануть Биланчу предложил никто иной, как Маурицио Паренти, общий друг Донато и Синтанаро. Эта новость очень потрясла Биланчу. Тот был знаком с Паренти более десяти лет, считал его своим близким другом, был в его квартире, общался с его невестой и будущей женой Карлой Скотто, Предательство друга потрясло Донато, и тот решил, что отомстит Паренчи. Рассказав все, Синтонаро настолько испугался, что просто умер от сердечного приступа. Донату сначала не поверил, дабы удостовериться в смерти Синтонаро, наступил ногой на его мошонку и простоял так несколько минут, желая убедиться, что Синтонаро действительно умер. Быстрая и легкая смерть Синтонаро расстроила Биланчу до такой степени, что тот ушел из квартиры, даже не забрав деньги, лежавшие на столе. В ту минуту он вообще не думал об ограблении, донато да сжигала жажда мести. Лишь чуть позже, анализируя свои действия, он понял, что оба процесса убийства и ограбление можно совместить. Когда полицейские осматривали квартиру Синтонаро, на столе остались лежать чуть более 500 тысяч лир, что по курсу 1997 года соответствовало примерно полуторам тысяч долларов. Сумма эта была не то чтобы очень большая, но в итальянских реалиях того времени заметная. Она-то, по-видимому, и сбила с толку полицейских, осматривающих место происшествия. Полицейские рассудили просто. Если деньги остались на столе, значит, в момент смерти рядом никого не было. Патологоанатом, проводивший аутопсию, назвал причиной смерти инфаркт, но на мошонку умершего, странно раздавленную, врач внимания не обратил. Смерть рецидивиста и мошенника Синтонаро была признана некриминальной, и эта ошибка повлекла за собой непоправимые последствия. Девять дней спустя, утром 24 октября, в шикарных двухуровневых апартаментах в Генуе, Доната Билансио совершил двойное убийство, жертвами которого оказались молодожены, накануне вернувшиеся со свадебного путешествия. 42-летний Маурицио Паренти и 34-летняя Карла Скотто. Паренти был хорошо знаком правоохранительным органам Италии. В молодости он был трижды судим, в последующие годы связи с различными криминальными структурами не потерял, а, напротив, укрепил. Полиция подозревала его в скупке краденого, организации подпольных карточных игр, незаконном ростовщичестве. Не брезговал он и разного рода мошенническими проделками. Ему было чего бояться. По этой причине Паренти держал личного телохранителя, который всегда сопровождал его в разъездах по городу. Трупы Маурицио и Карлы обнаружила горничная, явившаяся в 16:30 24 октября для уборки квартиры Паренти. Тела лежали на большой софе в гостиной первого этажа перпендикулярно друг другу. Голова мужчины лежала на животе женщины. Ноги убитых были замотаны клейкой лентой, причем брюки Паренти по были подняты так, чтобы лента охватывала голую кожу. Имелась и другая интересная деталь. Труп Паренти был одет в зимнюю куртку, рукава которой оказались обрезаны на уровне локтей. По следам на запястьях судмедэксперт определил, что руки потерпевших были скованы наручниками, которые потом были сняты. Совокупность этих деталей наводила на мысль о крайней осторожности Донату Билансия. Он поднял брюки Паренти по для того, чтобы гарантировать надежную фиксацию ног, а рукава куртки обрезал для того, чтобы видеть наручники на его запястьях. Донату, очевидно, боялся того, что Паренти сумеет незаметно открыть замок наручников. Маурицио был убит одним выстрелом в голову, Карло — двумя. Выстрелы производились через подушку, оставленную возле трупов. Именно поэтому никто ни в доме, ни на улице ничего подозрительного не слышал. Время наступления смерти судмедэксперт определил как раннее утро 24 октября, примерно за 12 часов до обнаружения тел. Следов сексуального насилия на трупах обнаружено не было. Как стало ясно по результатам экспертизы, убийца использовал револьверный патрон 357-го калибра, но нарезов на выпущенных из него пулях не оказалось. Преступник предусмотрительно расточил ствол, Гильз на месте также не было, все они остались в барабане. Криминалистическое исследование места преступления привело к обнаружению отпечатков рук, оставленных лишь жертвами и горничной. В спальне на втором этаже был найден открытый пустой сейф, спрятанный в полу под прикроватной тумбочкой. Полицейские пришли к выводу, что преступник явно хорошо ориентировался в обстановке. Он знал, что владелец жилья ведет криминальный бизнес, имеет сейф, в котором хранит немалые деньги. То, как грамотно было осуществлено двойное убийство и ограбление, наводило на мысль о действиях уголовника-профессионала и причастности к случившемуся мафии. Вечером 27 октября 1997 года Донату наведается к семейной паре пенсионеров Бруно Солари и Марии Луиджи Питто, ювелиров, владеющих мастерской, в которой они ремонтировали и изготавливали дорогие украшения – он захочет продать золотые часы Rolex, которые ранее украл у убитого им бывшего друга Маурицио Паренти. Но Бруно и Мария заподозрят что-то неладное, чем и побудят Донато к очередному убийству. Солари и Пито были убиты шестью выстрелами из револьвера, и снова пули 357-го калибра попали в головы и брюшные и полости жертв. После их исследований стало ясно, что выстрелы производились из пистолета с расточенным стволом, все драгоценности и деньги были украдены. Как и в случае убийства Паренти и Скотто, подозрения снова пали на местную мафию. Но полиции и родственникам Бруно Солари и Марии Луиджи Питто казалось странным то, что люди, у которых дом был оборудован пуленепробиваемыми стеклами и дверьми, так просто пустили в дом убийцу. Они полагали, что преступник был знаком с жертвами и даже вызывал доверие у хозяев дома. 13 ноября 1997 года в городе Вентимилья, расположенном у самой границы Италии с Францией, доната убил и ограбил владельца офиса по обмену валюты Лучиано Марро. Расстояние от Вентимильи до Генуи составляет 160 километров. Полиции казалось, что ничто не указывало на связь произошедшего с событиями в Генуе, за исключением важной мелочи. В теле Марро – тоже были найдены пули 357-го калибра, выпущенные из револьвера с расточенным стволом. На этом этапе полиция пришла к выводу, что имеет дело с жестоким вором, который на протяжении месяца убивает и обворовывает своих жертв. После совершенных убийств Донату Билансия в полной мере ощутил свою мощь и силу. Он находился в эйфории, считая, что внутри него всю жизнь боролись две личности, и после первого убийства вторая его личность выбралась наружу и начала доминировать. Следующей жертвой стал 52-летний охранник Джан Джорджо Цану. 25 января 1998 года он совершал ночной обход на автомобильной парковке. Причиной убийства послужила личная неприязнь Донату к охранникам. Он начал считать себя всесильным, полагая, если он может, значит будет убивать. Полиция не могла обнаружить связь между убийством охранника и убийствами прошедшей осенью, помимо идентичных пуль. Утром 15 марта 1998 года в местечке Варации, в 20 километрах западнее Генуи, было найдено обнаженное женское тело. Его, по-видимому, столкнули с грунтовой дороги, тянувшейся в этом районе вдоль моря. Рядом с трупом находилась женская одежда, по-видимому, принадлежавшая убитой. А среди камней, ниже по склону, была найдена короткая женская куртка из черной кожи. Жертва была убита выстрелом в правое ухо, произведенным в упор. Убийца стрелял из пистолета, о чем свидетельствовала револьверная пуля 357 калибра, извлеченная из головы жертвы. Использовать ее для баллистической экспертизы было невозможно ввиду сильной деформации, полученной при столкновении с костями черепа. Погибшая была идентифицирована как Бадижана Альмерина, проститутка из Албании. Позднее выяснилось, что ее настоящее имя и фамилия Стелла Тружа. На момент гибели ей исполнилось 25 лет. Согласно заключению судмедэксперта, смерть Стружи последовала приблизительно в 3-4 часа ночи 15 марта. Полиция определила, что следов сексуального и физического насилия на теле обнаружено не было, что вызывало еще больше вопросов о том, зачем преступник раздел девушку и застрелил. Расследуя это дело, полиции удалось узнать от проституток о таинственном черном «Мерседесе», который бесцельно кружил по району. Также для них оставалось загадкой, почему преступник отвез свою жертву так далеко, имея рядом множество живописных мест для уединения. Пока следователи ищут свидетелей убийства Тружи, Донату Биланчо находит новую жертву – 23-летнюю проститутку Людмилу Зубскову, гражданинку России, жительницу Московской области, которая приехала в Италию менее трех месяцев назад на заработки – Полностью одетое тело Зубковой было найдено в дренажной канаве у дороги в районе провинциальной больницы Санта-Корона в местечке пьетро лигурия Как выяснила полиция, убитая проживала в городке Альбенга, расположенном примерно в 10 километрах к югу от места обнаружения тела. Как отмечено выше, тело Зубковой было найдено полностью одетым, из ее личных вещей ничего не пропало. Следы каких-либо сексуальных манипуляций отсутствовали. Смерть последовала вследствие выстрела в голову в упор из пистолета. Пуля калибра 357 вошла позади правого уха. Пуля была сильно деформирована, но тем не менее из ее осмотра можно было сделать вывод о том, что следы нарезов канала ствола на ее поверхности отсутствовали. В целом, убийства Тружи и Зубковой выглядели очень похожими, хотя в то время правоохранительные органы не спешили признать появление в районе Генуи серийного убийцы. А уже через день, 20 марта 1998 года, в Вентимилье был застрелен некий Энсо Горни, владевший бизнесом по обмену валюты. Преступление в точности напоминало картину того, что произошло 13 ноября предыдущего года в офисе Лучиана Моро. Некто вошел в помещение после окончания рабочего дня и двумя выстрелами убил валютного менялу. Одна пуля 357-го калибра попала в живот Энсо, вторая, контрольная, в голову, Сейф был пуст. Изучение деловых записей Горни, сделанных в день убийства и предшествующие дни, привело следователей к выводу, что в сейфе могло находиться около 30 миллионов лир, около 88 тысяч долларов. Убийство Энсо Горни правоохранительные органы однозначно связали с убийством в ноябре Лучиано Моро. Но вот в отношении других эпизодов, описанных выше, выводов сделано не было связь с убийствами и ограблениями двух семейных пар в Генуе в октябре 1997 года оставалась под вопросом, а убийства двух проституток, Тружи и Зубковой, вообще не рассматривались в купе с убийствами валютных менял. В принципе, это выглядело логичным, уж слишком разными были цели этих посягательств. А то, что во всех случаях способ умерщвления и выбор преступникам оружия выглядел очень схожим и даже порой идентичным, то это могло быть простым совпадением. Все-таки патроны 357-го калибра и револьверы 38-го, в которых они используются, широко распространены. Их могли использовать самые разные преступники. Да и расточка ствола с целью уничтожения ведущих нарезов – операция довольно типичная для опытных преступников. Убийцы мафии поступали так очень часто. Но череда дерзких преступлений не прерывалась. Ночью 24 марта проститутка-транссексуал Лорена Кастро вышла на площадь Ратон до Серсокопи, где к ней подъехал мужчина на черном Мерседесе и предложил проехаться с ним и подзаработать. Лорена села в машину, и они направились в частные владения, где Донато убедил, что владения принадлежат ему, взломал замок и заехал вглубь, припарковав машину так, что дверь Лорен была заблокирована деревом, на что она поначалу даже не обратила внимания. Вскоре Лорен заметила, что половой орган Донато был очень маленьким даже в состоянии эрекции, но не придала этому значения, чтобы не обидеть клиента. В какой-то момент Донато Беланчо начал активно принуждать проститутку к сексу без презерватива, на что Лорен не соглашалась и достав собственный презерватив, очень разозлила Донато, который не пользовался презервативами из-за отличающихся от нормы размеров своего полового органа. Он достал из куртки обрезанный револьвер и направил в Лорену, приказав ей удовлетворить его орально. Поняв, что дверь заблокирована и убежать у нее не получится, Лорена начала удовлетворять Донату Беланча, пока не заметила, что к ним приближаются два человека. Это были охранники, которые начали спрашивать, как Донату заехал на закрытую частную территорию. Но как только Лорена захотела попросить у охраны помощи, Донато выстрелил в одного из них, а после вышел, застрелил второго. Лорена пыталась сбежать и даже выбралась из машины, но Донато поймал ее, повалил на землю и выстрелил два раза, один из которых попал в голову, но не убил Лорену. После того, как Донато уехал, проститутка, даже не потеряв сознание, смогла рассказать обо всем прибывшим на место полицейским. Охранники, Масимо Джалило и Кандидо Рандо, скончались на пути в больницу. Каждый из них получил две пули, всего же преступник расстрелял 6 патронов 357-го калибра. Все пули оказались без следов нарезов. История стала сенсацией. Она попала в газеты и на телевидение, и стала главной новостью, а преступника прозвали «Лигурийским монстром». По словам выжившей проститутки, стрелок был белым мужчиной около 50 лет, с сильной сединой, худощавого телосложения, ростом около 180 сантиметров. У преступника была правильная речь, очень спокойная и даже доверительная манера общения, негромкий голос, ясная дикция. Ни усов, ни бороды преступник не имел. Отличительной чертой его внешности являлся аномально маленький пенис. Всего через пять дней, утром 29 марта 1998 года, на обочине пустынной дороги в Кагалето, в 30 километрах от Генуи, был найден труп молодой темнокожей девушки. 28-летняя эмигрантка из Нигерии, Тесси Адобо, крупная, эффектная женщина с экзотически выкрашенными красно-синими волосами, трудилась на неблагородном поприще предоставления интим-услуг на возмездной основе. Свои настоящие имя и фамилию Эвелин Эшо Эндок она изменила для удобства общения с европейскими клиентами. Женщина была найдена полностью одетой, и непонятно было, то ли до интимной близости дело не дошло, то ли таковая вообще не входила в планы убийцы. Судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть женщины последовала около 1-2 часов по полуночи 29 марта. Следов полового акта или каких-либо сексуальных манипуляций обнаружить не удалось. Смерть последовала в результате четырех огнестрельных ранений, три из которых были безусловно смертельными. Преступник явно сделал вывод из того, что его предыдущая жертва выжила. Для стрельбы убийца использовал патроны 357-го калибра. Ствол оружия был расточен. Узнав об обнаружении очередного женского трупа, журналисты со всей Северной Италии устремились в Кагалета. Следствие проходило буквально под прицелами множества фотокамер. Заметив, какое бурное внимание общественности и следователей он вызывает, Донато должен был остановиться. Но этот факт только раззадорил его, и он продолжил убивать. Следующей его жертвой стала Луиза Чиминиелла, которая переоборудовала собственную квартиру в городе Сан-Ремо в салон Садамаза развлечений. Труп женщины был обнаружен 3 апреля 1998 года ее помощницей в звукоизолированной комнате, что объясняет, почему никто из соседей не слышал выстрелов. Луиза была убита тремя выстрелами. Она была одета в одежду из черного латекса, которую можно назвать ее профессиональным снаряжением. Это означало, что она воспринимала его как клиента. Также небольшой замаскированный сейф в спальне Луизы был открыт и опустошен. Донато сводила с ума безнаказанность и слава, поэтому он стал убивать ради убийства, тем самым бросая вызов обществу. Так, 12 апреля 1998 года, примерно в 13.30, лигурийский монстр сел в поезд номер 631, следовавший по маршруту Генуя-Венеция. По прибытии на конечную станцию, около 19 часов в уборной одного из вагонов был найден окровавленный женский труп. Ею оказалась Элизабетта Запетти — 32-летняя медсестра, которая воспитывала 4-летнего сына Дэвида и вела законопослушный образ жизни. Женщина была полностью одета, но ее куртка была натянута ей на голову, и в таком виде через куртку был произведен выстрел в правую сторону головы. Из-за шума движущегося поезда никто не слышал ни шума борьбы, ни звука выстрела, поэтому никто не мог сказать, когда именно произошло убийство и на какой станции он вышел. Из головы убитой извлекли пулю 357-го калибра, выпущенную из револьвера с расточенным стволом. Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что убийство последовало примерно в 15 часов дня, то есть спустя один-полтора часа со времени отхода поезда от вокзала в Генуе. Полицейские службы и сотрудники следственной службы приложили огромные усилия к тому, чтобы отыскать всех людей, входивших и выходивших из вагона, в котором ехала Элизабетта Запетти. И вскоре установили лица, видевшие убитую женщину и предполагаемого убийцу, который сидел напротив Запетти и разговаривал с ней. Было получено описание этого человека, полностью соответствующее тому, что ранее дала Лорена Кастро. Это был приятный мужчина в темном костюме и галстуке, производивший впечатление интеллигентного человека. Он ушел из вагона вслед за Запетти и больше не возвращался. В Венецию он не приехал, судя по времени убийства Запетти, преступник вышел на остановке в Милане. Благодаря этим показаниям описание внешности лигурийского монстра удалось показать точнее. В ночь на 14 апреля он убил 22-летнюю проститутку, называвшую себя Мемой Вальбоной, как выяснилось чуть позже, на самом деле ее звали Кристиной Хваля. Девушка приехала в Италию из Украины. Тело было найдено неподалеку от того места, где в ночь на 18 марта была убита Людмила Зубкова. К тому же эти убийства были практически идентичны, выстрелом из пистолета в затылочную часть головы за правым ухом. Правда, на этот раз убийца произвел еще два выстрела в затылок. Очевидно, после одного неудачного убийства он начал подстраховываться. Убив уже 8 человек за прошедший месяц, Донату Биланчо не собирался останавливаться, и 18 апреля 1998 года в поезде номер 2888, следовавшем по маршруту Генуя Вентимилья, убил следующую свою жертву. Преступник в точности повторил ту схему нападения, что продемонстрировал 12 апреля в поезде Генуя-Венеция. Даже типа жертвы совпал почти во всех деталях. Убитой оказалась Мария Анжела Рубино, 32-летняя женщина, работавшая няней, воспитывавшая 4-летнего сына Сэмюэля одна. Убийство отличало только то, что прежде очень осторожный преступник оставил на месте убийства свою ДНК, что было большой удачей. Обтягивающее трикотажное платье убитой было приподнято, отчего стали видны резинки на чулках, вид которых возбудил преступника, и он анонировал, оставив капли спермы на одежде жертвы. 20 апреля, спустя ровно двое суток с момента убийства Марии Анжелы Рубино, он вошел в помещение кассы на автостоянке и вышел оттуда буквально через две минуты, взяв с собой около 6 тысяч долларов и застрелив 51-летнего Джузе Памилетто, который перед этим отпустил напарника на пару часов к беременной жене, этим самым спас его жизнь. Сотрудники полиции предоставили родственникам и знакомым убитых в октябре 1997 года людей полицейские рисунки лигурийского монстра и подробно описали этого человека. И 26 апреля 1998 года все эти люди назвали полицейским имя одного человека — Донато Биланча. Было решено начать тайную слежку за предполагаемым убийцей, в ходе которой были собраны окурки сигарет Донато и стаканчик от кофе, который он пил. А вечером 5 мая стало известно, что ДНК, выделенная из фильтров сигарет и слюны, оставленной на краю бумажного стаканчика, вне всяких сомнений происходит от того же самого человека, что оставил свою сперму на одежде Рубино. Очень хотелось задержать лигурийского монстра прямо вечером 5 мая в его собственной квартире. Но в этом случае нельзя было полностью исключить возможность перестрелки, самоубийства или какого-то иного развития событий. Донато был опытным преступником, у него в доме могли быть какие-то заготовки на случай визита нежданных гостей, поэтому было решено подождать до утра следующего дня. У всех причастных к расследованию этого дела, ночь с 5 на 6 мая была самой долгой и мучительной в жизни. 6 мая Донато вышел из дверей своего дома, где к нему подошли мужчины и предъявили ордера на арест и обыск как его самого, так и его квартиры, обыск которой длился более 12 часов. В ходе него удалось найти револьвер 38-го калибра с коротким стволом и самодельный ключ, приспособленный к открыванию дверей железнодорожных вагонов. Во время обыска Донату молча, безостановочно курил и показывал свое полное безразличие к происходящему. Раскрытие личности лигурийского монстра стало сенсацией для всей Италии, которая выдохнула, узнав, что человек, державший в страхе всех, наконец пойман. Донато Беланчи молчал на протяжении восьми часов, а после заговорил, раскрыв подробности всех своих хладнокровных убийств. Особенно сотрудники полиции были удивлены причастностью Донато к смерти Джорджо Синтонаро, которая ранее не несла за собой криминальный подтекст. Спустя 11 месяцев, все это время Донату находился в тюрьме и участвовал в суде. 12 апреля 2000 года Донату Биланча был приговорен судом Генуи к 13 пожизненным срокам, плюс 20 годам за попытку убийства Лорены Кастры. В тюрьме Донату характеризовали как образцового заключенного. Обучился бухгалтерскому делу и получил ученую степень в области планирования и управления культурным туризмом. В 2017 году Донато Биланчо в сопровождении охраны даже покидал исправительное учреждение на несколько часов для посещения могилы родителей. Но повторное опрошение о разрешении на посещение могилы родителей, поданное в сентябре 2019 года, было отклонено по рекомендации тюремного психолога, отметившего серьезный эмоциональный стресс у преступника после первого посещения. Донато Беланча умер 17 декабря 2020 года в тюремной больнице исправительного учреждения Дью Палази в возрасте 69 лет от пневмонии, вызванной коронавирусом, проведя в заключении более 22 лет. Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, возможно ли было избежать всех этих смертей, если бы когда-то друг Донато не решил его обмануть или если бы его родители проявляли к нему в детстве понимание и любовь? Пишите в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал. Ссылка на который будет указана ниже.